Hey, всем привет, с вами мистер Андройка, и сегодня я играю в Panzer. Это интересная игра, которую я нашел в интернете. Также вы можете поиграть со мной. Вам нужно пройти ссылка в описании будет, и вы проходите, регистрируетесь, скачиваете. Она устанавливается, у вас обновляется. Обновляется она в течение 1 часа, может быстрее, смотря какой у вас интернет. А может и медленнее, кто его знает. Потом вы заходите в игру, вот видите, вот такой вот интерфейс здесь, и вам нужно будет создать персонажи. Тут получается 8 персонажей можно создать, я так понимаю. У меня есть уже один персонаж, это получается танк, скорее всего. Я буду за него играть, он как он, ну, мне нравится. Тут еще давайте посмотрим. Здесь есть танк, паладин, инквизитор, сапер, канонир, ледяная ведьма, ледяная ведьма и сестра огня. Ну, вот тут вы все можете прочитать, зачем они нужны. Так, а как мне назад теперь вернуться? Так, вот назад. Так, опа. А как мне назад вернуться? Окей. Вау, вот танк. Я вот такого танка делал. Давайте создать. Вот выбор персонажа. Все, мы заходим. Вот он, мой персонаж. И дальше вы добавляете меня в друзья, если вы хотите со мной поиграть. И я также буду всех добавлять и буду писать вам мой скайп. И буду приглашать видео сейчас. Итак, мы продолжаем. Вот он я. Давайте играть нажмем. Так, что тут? Цедатель алхимиков. Это такой замок, я так понимаю. И здесь нужно захватывать точки, по-моему. Так, как видели, у меня 6 уровень, скоро у меня уже будет 7 уровень. Не знаю, может, у них сервера не рассчитаны на такое большое количество людей. Так, что там, меня тормозит, как видите. Где мы? О, тут люди разговаривают. Давайте мы-ка. Так, это как-то надо выключить, чтобы они мне не мешали. Так. Звук, музыка, голосовая связь мы выключаем, эффекты. Вау, я, кстати, не знал, что тут должен разговаривать. Прикольно. Опа. Так, что-то у меня... нет, это он. Так, просто долго прыгает. Так, давайте разберемся, куда бежать. Блин, что-то... Вау, не ори, чувак. Видео... Не знаю, у меня что-то немного тормозит игра, я не знаю по какой причине. Так, так что тут? Это можно использовать. Ого. Это скорее всего надо в башню уже. Так. Давайте выбежим. Сюда. Ой, чувак, давайте его сольем. Блин, я повер. Вау. Меня с башни убили. Ой, с башни говорю. С пушки, так. Отлично. Так, это наша? Так, я за кого играю? Я за красных, да? Мы постараемся как можно лучше начать играть, потому что... я, как и вы, тоже начинаю только играть. Я просто очень-очень давно играл в эту игру. И сейчас я вспомнил и решил поиграть. И почему, думаю, не показать своим подписчикам эту игру? Че, мы его запинали уже, что ли? Эй, чувак синий, иди сюда. Тут еще скиллы есть всякие. Так, надо разбираться. Через 4 секунды я возражусь опять. Так, отлично. Давай, блин, пожалуйста, надо всех убивать. А у меня как-то не получается больно-то. Я не такой сильный уж профессионал. Так, иди сюда. Они меня сильно атака, смотрите. Они уже, смотрите, какие-то сильные чуваки. Я. С какими уровнями я играю? Интересно. Потому что у меня 6 уровень, и у них такие шмотки крутые. Может, я просто чего-то не знаю. Да, я, скорее всего, чего-то не знаю. Какие-то шмотки добавились для моего уровня. Давай, возрождайся. Потому что, смотрите, они реально хорошо были одеты, так и у них уже мечи там были. Чувак, где он? Он исчез.
Эй, чувак, его надо сливать по-любому. Мы его слили, да, все. Эй, ты, голожопая, иди сюда. Да что такое? Нет, что-то прям... У меня прям не прет как-то. Давайте музыку потише сделаем это. Так, музыку вообще давайте выключим, потому что я добавлю свою музыку. Меня в комментариях попросили, типа, добавляю музыку. Я теперь послушал своих подписчиков и также буду добавлять музыку. Просто пишите, кстати, даже... Ой. Пишите в... Ах, блин, он говнюк, он скинул. Пишите комментарии, что вы хотите увидеть на моем канале. Я это буду выполнять более-менее, как, ну, как это возможно. Буду смотреть. Так, на урод. Подбегаем. Ой, я зачем-то прыгал, резко прыгал. Я его завалил! Да? Да, я завалил его. 19 очков набрал. На, говнюк. Ау! Взял эту бомбу и взорвался. Это как из Minecraft TNT такая же. Так, 19 очков заработал. А смотрите, они что делают? Они пулемет делают, его надо сломать про 100%. Так. Поворотя. Я доиграю этот бой, и, наверное, на этом первая серия у меня так кончится. Потому что, мне кажется, хватит. Так, для первой серии я уйду. Так, ты иди сюда. Да нет, иди сюда. Эй, его хилит, он хильчик. Ой, хильчик говорит. Так, я многого не знаю здесь, как я понимаю. Здесь как-то можно пробивать, я просто не помню как. А, вот. Все, я понял. Примерно. Ай. Так. Блин. Также, если вы знаете что-то про эту игру, пишите в комментариях, что-то, может, я неправильно делал. Так. На, иди отсюда. Взрывайтесь. Так. Блин, надо было как-то с первого уровня начинать, потому что я про эту игру вообще ничего не знаю. Блин, они сломают наши ворота, вот уроды. Ну давай, возрождайся быстрее. О, гномик. Давайте закроем ворота, потому что... А, нет. А, они уже были закрыты, оказывается. А, некоторые, наверное, чуваки делают так, чтобы... можно было забежать. Но это предатели такие бывают. Все равно, наверное, есть такие люди, кто играет в команде. Команда против своей же команды. Так, иди отсюда. Все, я его слил. Они такие слабенькие. Вот с танками уже будет трудновато мне драться. А, ну все, они меня троем запинали. 60 у меня очков. Но я все равно на самом днище нахожусь списка. Но все равно я не отчаиваюсь и буду как могу помогать своей команде. Убивайте, убивайте его, пацаны. На, урод. Все, слили, нубчик. Так, надо выпить и хилку. Лис, ответь. Так. Вон там стоит урод. На, говнюк. Смотри, мы вдвоем. А, все, я его слил, да? Нет? А, полегче, чувак, полегче.
На. Эй, полегче. На, на, на. Эй, полегче. А, он меня убил. Он еще и добил меня потом. Ну, ему повезло просто так. Так. Ну, все равно так интересно было с ним. Я даже не знал, что говорить. А, ну, в этом случае можно было только орать вот так вот. Типа, помогите. А, да. А, ну, что-то никого нету, блин. Вон этот чувак, по-моему, да? Эй, чувак. Давайте убьем их. Убийство. И это же убийство. Так. Как ее взорвать? А, по ней ударить надо, да? Она подскользнула, что ли, или что? Она упала. Так. Они зах... Так. Слышь, свалил отсюда. Быстро, быстрее, блин, я нажимаю, активирую. Закрываем, быстрее, закрываем, 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 закрываем. Фу, все, закрыли, успели ворота закрыть. Какой-то говнюк пробрался к нам сюда. А как их подлечить? Блин, непонятно, когда они умирают. Потому что они, когда их сильно атака бьешь... Лоханулся так. О, я на втором месте. Поздравьте меня, я на втором месте. Так. Блин, ну, пожалуйста, кто-нибудь. А вон у нас лучники там стоят. Блин, блин, им нужен танк, срочно там. Это... Блин, что делать-то? Блин. Ну, я ничего, как видели, мог не сделать. Меня заморозили и просто били. Это у них все было спланировано. Они играют командно, а мы как-то непонятно играем. Но я не жалуюсь на свою команду. Ни в коем случае. Они тоже молодцы, как и я. А, ну, то есть я не могу... Они снесли наши ворота. Сейчас они будут атаковать нас, да? А, 4 минуты, чтобы завоевать полностью. Я не знаю, кого я бью. А, вон, вот этот чувак бил. Ау! Что-то было, бомба какая-то. О, у меня уже 110, отлично. Так, ну давай. Давай же. Ну, давай, 8 секунд, ну, блин, так долго я не хочу ждать. 3, 4, 2, а, блин, это не там считаю. А, не, да, блин, я что-то запутался. 8 минут, блин, каждая их незахваченная точка, она будет добавляться именно время. Собака. Я не знал просто. Блин, поворот так, F4. F3 точнее. Ну ладно, пофиг. Вот этого гнома надо снести. Эй, гном, иди сюда. Вот эту фигню надо обязательно сломать. Слышь, офигел. Свалил отсюда. Бурси. Спрятался. Это ж ты говнюк. Во, мои чуваки. Так, иди отсюда. Блин, опять это поворот. Поворот, так это выходил. Так.
Блин. Ну как так, да? Почему я такой нуб? А. Самое главное, также не забывайте написать мне в комментариях. Ой, не в комментариях, а под видео. Ой, блин, что я говорю-то? А, добавляйтесь ко мне в друзья и просто напишите, что я твой подписчик и свой скайп. Я вас добавлю, и может быть вы попадете ко мне в серию. В Панзар, ну или куда вы там. Давай. Зародим меня, ну плиз. Плиз ответь. Так. Блин. Он умер. Блин, вот мне бесит больше всего. Вот это надо сломать, они, по-моему, за это регенится. Я слышу, ты офигел? Сюда шел? Так, что дает третья атака? Вот говнюк, меня добил. 136 у меня. Ну я опять в самом днище. Эй, ну давайте быстрее. Фу, что ты так жарко у меня дома, блин. Ну, 5 секунд, 4. Так. Блин. Лишь бы они не захватили эту четвертую точку, надо держать ее как можно лучше. Так, блин, тут эта дура стоит. Стой. На, блин, она меня заморозила. Отлично. Что такое? А, это наш. Ну, это он, скорее всего. Стой, где? Блин, у меня же повар-атак тоже есть. Иди сюда. На, гаденыш. Слился. О, меня, я уже на втором месте. Так, где ты? Иди сюда! Блин. Ну, нет, ну, плиз, ответь. Во, отлично. А, меня зарезали. Вот гаденыш, а. Подошел сзади такой. Кстати, очень интересно играть, мне так и затянуло. Я сейчас, наверное, еще без записи поиграю, да. 7 уровня так прокачаюсь. Или я буду только на записи играть. На, снился. Слышь, гном, иди сюда. Коротконогий урод. Иди сюда. Иди сюда, говнюк. Давай, добивай его, добивай. Я не знаю, что это делать буду. Блин, я пока что-то там хотел сделать, а у меня слив. Надо поднимать, надо... Ой, отпускать. Отпускайте. Блин, я тупанул. Блин. Ребята, я реально участие... Вы проиграли. Блин. Сердце бьется. Ну, на этом все. Это мое первое поражение. Блин, плохо, что не выиграешь. Всем удачи, всем пока. Не забывайте регистрироваться в этой игре. И заходите со мной играть. Он также подписывается. Так, вот тут еще такое самое интересное. Можно в опыт истратить и в деньги. Ну, мне кажется, вот так будет. Нет, вот так вот сделаем. Ну и на этом все. Как я сказал уже, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео и также подписывайтесь в группу ВКонтакте, регистрируйтесь в этой игре и играйте со мной. Всем удачи, всем пока.